Что мы с тобой начнем? Начнем мы с массажа колена правого. Левую ногу подтягиваем. Вот. Правое колено направляем вверх. И начинаем его поглаживать. На вдохе мы чувствуем правую руку. На выдохе левую. Правая рука сверху, левая снизу. Вдох правая, выдох левая. Правая снизу, левая сверху. Вдох правая, выдох левая. Теперь спокойно дыша, три движения по бокам. Правая сверху, правая снизу. По бокам. Правая сверху, правая снизу. По бокам. Правая сверху, правая снизу. И по колену. Ноги меняем. Поправляем спину. Спина ровная. И работаем с левой. Поглаживаем левую. Вдох левая, выдох правая. Левая сверху. Вдох левая, выдох правая. Левая снизу, вдох левая, выдох правая. Отлично. Спокойно дыша, три движения по бокам. Левая сверху, левая снизу. По бокам. Левая сверху. Левая снизу. Ну и снова по бокам. Левая сверху. Левая снизу. Окей. Обе ноги перед собой. Берем себя под колени. Пятки в воздух. Носочками цепляясь, мы аккуратно ложимся. Ставим обе подошвы, потом беремся под правую ногу, полностью ее выпрямляем и носок на себя правый, вдох, от себя выдох. Не спешим. Да, так работает. Ступня вовнутрь, ступня наружу. Ладони вокруг таза, плотно в пол, пальцы растопырить. И вращаем правым носком наружу. Нога под коленом прямая. Вовнутрь. Быстро, мелко трясем правой ногой. Быстро и мелко.
Так, чтобы не только ступня, икроножная мышца, бедро, но еще и до ягодицы эта тряска дошла. Правую ногу опускаем, носок острый, это вдох. Поднимаем носок на себя, выдох, и ногу под коленкой натягиваем. Несколько раз. Вниз это вдох. Вверх это выдох. Не спешим. Так, работаем. Опустить, потянуть. Вверху ногу оставляй, плотно держи, ноги руками на мышцах. Да. Сгибаем ногу, прижимаем правую ногу к себе. Поднимаем вверх левую ногу, носочек острый. Левая нога по отношению к полу 60. 45. 30. 15. 10, 5. Голову поднимаем, носок на себя и пяткой. 10, 15, 30, 45, 60, 90. Правую подошву ставим, под левое колено берем, ногу натягиваем и начинаем. Вверх носок – это выдох, на себя ступня – это вдох. Ну и так еще несколько раз. Ступня вовнутрь, ступня наружу. Ладошки вокруг таза, плотно прижать к коврику, пальцы растопырить и вращаем носком наружу. Вовнутрь. Быстро, мелко трясем ногой. Быстро и мелко. Опускаем ногу, носок острый. Это вдох. Поднимаем носок на себя. Это выдох. Вниз. Вдох. Вверх. Выдох. И движение вверху, нога под коленкой прямая. Не спешим. Вверху ногу оставляем, держим, тянем. Нога под коленкой прямая, да. Ногу сгибай. Двумя руками фиксируй. Прижимай к себе. Поднимаем вверх правую. Носочек острый. Правая нога по отношению к полу 60. 45. 30, 15, 10, 5. Голову поднимай, носок на себя и пяткой. 10, 15, 30, 45, 60, 90.
Ногу сгибай, ладошки на колени и немножечко попокачиваемся на пояснице. Вперед-назад. Назад это вдох, вперед это выдох. Не спешим. Еще немножко. Остаемся мы сидеть. Ладошками беремся под колени и головой тянемся в живот. С каждым выдохом поглубже. Ладони на колени. Плечи вверх, назад. Икроножные мышцы и бедра 90, подошвы ног вместе. Беремся в замочек и тянемся головой к ступням. Да, растягиваем выдохи. Подтянут у нас промежность и анальный сфинктер. Во рту кончик языка упирается в десну за передними зубами. Мягко дышим. Минута. Десять. Двадцать. Сорок. Пятьдесят. Шесть, десять. Перехватываемся над лодыжками и спину тянем назад. Ладони на колени, плечи вверх, назад. Нога левая поближе к себе, правая перед левой. Сели. И голову вниз, медленно направо, потом назад, потом налево, потом вниз, обязательно расслабляя. Расслабляя глаза, расслабляя лоб, расслабляя лицо, расслабляя виски, расслабляя щеки. Расслабляй челюсть. Расслабляй губы. Расслабляй зубы в деснах. Расслабляй язык во рту. И последний у нас с тобой. Три. Вращение по уменьшающейся траектории. Окружность все меньше и меньше в своем диаметре. Голову мы остановили, сразу вращаем глазами.
вращаем по кругу, по правой стороне поднимаем вверх, по левой стороне опускаем вниз. Вращение глаз. И смотрим на кончик носа минуту. Шесть, десять. Моргаем. Достаточно. Голову вниз и также не быстро. Налево, потом назад, потом направо, потом вниз. Очень медленно, очень плавно. Четвертую часть движения за 4 подсчета про себя. Полностью движение за 16 подсчетов. Не спешим. Глаза расслаблены. Лоб расслаблен. Виски расслаблены. Лицо расслаблено, щеки расслаблены, челюсти расслаблены, губы расслаблены, зубы в деснах расслаблены, язык во рту расслаблен. Кончик языка, корень языка, спинка языка, все расслаблено. Гортань и горло расслаблены. И мы полностью расслабленно вращаем головой. Последние 3 оборота по уменьшающейся траектории. Каждый оборот все уже и уже. И движение головы мы останавливаем. Вращаем глазами. По левой стороне мы глаза поднимаем. По правой стороне опускаем. Не спешим. После очередного оборота поднимаем глаза вверх к межбровью, как будто пытаемся их закатить под свод черепа. И держим минуту, счет и раз. Десять. 20, 30,
40. Шесть, десять. Моргаем. Ну что же, потихонечку руки вытягиваем вперед и сами вытягиваемся вперед. Голову свешиваем, шею расслабляем. Начинаем работать со своим дыханием и вниманием. В начале вдоха чувствуем перекрещенные ноги. В конце вдоха ощущаем пупок. На выдохе чувствуем спину, позвоночник и руки от плечей до кистей. Глаза полуприкрыты. Лицо расслаблено. Держим, дышим. Десять. Тридцать. Сорок. Пятьдесят. Шесть. Десять. Ладошки на колени, головой потянуться в живот, поднырнуть вверх. Плечи вверх-назад, и занимаемся мы левой рукою. Большой палец на левой руке в кулак, правой рукой беремся за левое запястье, левым кулаком вращаем наружу. Да, отлично. На вдохе мы чувствуем большой палец в кулаке, на выдохе вращение в запястье. Пока что это все. Вовнутрь. На вдохе вращение в запястье, на выдохе левый локоть, левые ребра, левая почка. Потихонечку заканчиваем, и левая ладошка направляется вверх. Правую руку беремся за пальцы и пальцы ведем вниз. Раз. Потом пальцы направо и в сторону локтя. Перехватить, потянуть. Перехватить пальцы, потянуть в сторону локтя. Вдох посерединке, выдох дотягивание. Не спешим. Потихонечку завершили. Руки сзади на твердые пальчики. Колени вперед. Лицо вверх. Живот вперед, грудь
Вверх расправлено. Дышим. Аккуратно присели. И правая нога вперед, левая сзади на колено, левый носок на себя, правая нога прямая, да, правая рука снизу за левое запястье, левый большой палец в кулаке, руки над головой, и правая вытягивает левую. Мы правый бок сжимаем, левый бок растягиваем, смотрим из-под левой руки. Держим. Расцепляем руки, левую руку упираем в пол, левый носок за правую пятку и правая рука вверх, ладошка в плоскости груди. Да, держим. Левое колено ставим, разворачиваемся к правой ноге. Правая нога немножко направо, левая нога немножко налево. Левое бедро вертикально, левый носок за левым бедром. Беремся за правую ступню и тянемся вперед-вниз. Тянемся, вытягиваемся. Держим. Растягиваем выдохи. Левая рука к затылку, правая к спине. Попробовали взяться в замочек и потянуться поглубже вперед-вниз. Замок расцепили, правую ногу приставили к левой, носки на себя, ягодицы к пяткам, левая нога вперед, правое колено от коврика, правая рука на правое колено, тянем пятку к полу, коленку к полу, корпус вниз. Да. На вдохе мы чувствуем все тело, на выдохе правую половинку тела и левую половинку головы. Мягко дышим. Правое колено дотянули, поставили. Левую ступню поставили. Правый носок сделали острым. Потянули внутреннее ребро ступни, присели, и правая рука на колено, левая сзади на твердые пальцы, потянули правый подъем. Серединка. Правая нога ближе к телу, левая нога зафиксировала. Так, да. Сели. Руки в замочек. И то в одну, то в другую сторону. Да. Не спеша.
руки в замок к затылку. На вдохе мы грудь расправляем, на выдохе тянем один локоть к другому. Несколько раз. Кисти под подбородок, лицо вверх, локти вместе, это выдох, локти в стороны, вдох, не спешим. Ладошки на макушку, локти в стороны, потянуться макушкой вверх, локтями назад. Поворачиваем голову направо, видим правый локоть, внутренний сгиб. Возвращаем голову, потом голову налево, видим внутренний сгиб левого локтя. Не спешим. Руки сохраняются в замочке, левый локоть выводится вперед, правый локоть за правым плечом. Да, натянуть. Поднимаем левый локоть, замок затылку, правый локоть и выводим перед собой. И так несколько раз, не спеша, тщательно. Потихонечку заканчиваем, замочек расцепляем, ладошками закрываем колени и повращаем глазами. По левой стороне поднимаем глаза, по правой стороне глаза опускаем вниз. Глаза открыты, пытаемся нарисовать как можно больше круг. Поднимаем глаза вверх к межбровью, держим, фиксируем. Десять. Двадцать. Тридцать. Сорок. Пятьдесят. Шестьдесят. Моргаем. И потихонечку потянулись вперед.
На вдохе мы чувствуем руки от кистей до плечей, спину, позвоночник. На выдохе живот, пупок, перекрещенные ноги. Минута. Десять. 30, 40, 50. 6, 9, 10. Ладони под плечами, потихонечку начали приподниматься. Перевели ладошки на колени, головой потянули живот. Ладошки поверх коленей, поднимаемся, плечи вверх на зад. Правая рука, большой палец в кулак, левой рукой за правое запястье. И правым кулаком вращаем наружу. Если смотреть на кулак, то по часовой стрелке. На вдохе мы чувствуем правую почку, правые ребра, правый локоть. На выдохе вращение в запястье. Вовнутрь. На вдохе вращение в запястье, на выдохе большой палец внутри кулака. Ну что же, ладонь вверх правая. Левая за пальцы, потянуть на выдохе кисть, потом пальцы собираем в замок, перехватываем рукой и тянем в сторону локтя. Так, несколько раз. Достаточно. Далее. Левая нога пошла вперед, правая нога пошла на колено, правый носок на себя, левая подошва уперлась, левая рука снизу за правое запястье, правый большой палец в кулаке. Мы левый бок сжимаем, правый бок растягиваем, смотрим из-под правой руки. Замок мы расцепили, правой рукой уперлись ладошкой, правый носок за левой пяткой, левая рука вертикально.
правое колено ставим, разворачиваемся к левой ноге. Да. Так, вижу тебя. Левой рукой за левую ступню. И потихонечку потянуться вперед-вниз. Тянемся, вытягиваемся. Растягиваем выдохи. Чуть приподняться, правая рука к затылку, левая к спине, захватиться в замочек и потянуться вперед-вниз. Аккуратно замок мы расцепили. Левое колено к правому. Ягодицы к пяткам. Правая нога вперед. Левое колено от коврика. Левая рука на левое колено. Корпус вперед-вниз. На вдохе все тело, на выдохе левая половинка тела и правая половинка головы. Колено левое дотягивай, правую ногу подтягивай, левый носок делай острым. Ягодицей садимся на пятку. Левая рука на левое колено, правая сзади на твердые пальцы, потянуть левый подъем. Левая пятка возле паха. И потом мы так аккуратненько левую ногу вытягиваем вперед, перехватываемся за правую ногу и начинаем правую ногу выпрямить. Это вдох. Согнуть, это выдох. Не спешим. Контроль левой ступни, носочек на себя. Ногу правую оставляем и держим. Лицо расслабляем. Контроль левой ступни, носок на себя. Чувствуем носок и макушку как одно целое на вдохе и на выдохе. Внимание туда, где тянется сильнее всего. Туда внимание. Аккуратно правую пятку ставим, правой рукой перехватываемся за ступню, выводим ногу вперед, качнуться немножечко из стороны в сторону, ягодицы из-под себя убрав, и голова посерединке. На вдохе мы чувствуем ногу левую, на выдохе правую. Мягко дышим. Держать за правую ногу, спину потянуть назад. Проглаживаем. Плечи вверх-назад. Правую ногу мы сгибаем, фиксируем.
Аккуратно ложимся, и левая нога вертикально. Носок острый. Присаживаемся, носок на себя. Назад это вдох, вперед это выдох. Не спешим. После очередного движения на спину левую ступню ставим, за правую ногу перехватываемся и вытягиваем правую ногу на себя. Держим, тянем. Левая нога, воздух невысоко, 30 градусов, носочек острый. На вдохе мы чувствуем левую ногу, на выдохе правую. Правую ногу сгибаем, левую ногу кладем. Перехватываемся удобнее за правую. И дотягиваем правую ногу на себя. Подтягивая левую ногу, бери себя под коленки обе. Сесть, посмотреть на ступни. Лечь, посмотреть на живот. Несколько раз. Остаемся, смотрим на ступни, ставим ступни. И головой от коленок потянуться в живот. Ладони на колени, плечи вверх на зад. Правая нога вперед. Беремся за ногу левую. И начинаем. Поднять вверх это вдох. Согнуть, повести к себе это выдох. Не спешим. Вверху ногу оставляем, фиксируем, контроль правой ступни. Чувствуем носок и макушку на вдохе и на выдохе. Внимание туда, где тянется сильнее всего. Туда внимание. На линии левого плеча левую пятку ставим. Левой рукой перехватываемся. Качнуть левую пятку, качнуться самим. Голову посерединке свесить. На вдохе мы чувствуем ногу правую, на выдохе левую. Держим, тянем, дышим. Держась за ногу, спину потянуть назад. Проглаживаем. Плечи вверх, назад. Сгибаем. Фиксируем. Аккуратно ложимся. Правая нога вертикально. Присаживаемся, пяткой не ударяем.
Назад это вдох, вперед это выдох. И остаемся на спине, правую ступню ставим, за левую ногу перехватываемся и тянем левую ногу на себя. Тянем, держим, фиксируем. Поднимаем правую невысоко, градусов на 30, носок костой. На вдохе нога правая, правая нога на весу, за левую держим. Да. На вдохе мы чувствуем ногу правую, на выдохе левую. Левую ногу сгибаем, продолжаем держаться, правую пятку кладем, правый носок на себя. Перехватились за левую ногу удобнее и дотягиваем левую ногу на себя. Держим. Сгибаем, подтягиваем ногу правую, берем себя под колени, присаживаемся, ноги прямые, это раз. Ноги мы сгибаем так, чтобы икроножные мышцы стали параллельно коврику. Ладошками давим в колени. Да, носки сильнее на себя. Два. Перехватили под колени, носочки острые, глаза закрытые. Вспоминаем, как ступни выглядят, чувствуем ступни, на каком расстоянии от тела, на какой высоте от пола. Вспоминаем, как ступни выглядят, глаза открываем, видим ступни, ставим ступни и головой от колени тянемся поглубже в живот. Ладони на колени, плечи вверх на зад, правое на левое колено, левое сзади по линии ягодицы на твердые пальцы. На вдохе потянуться вверх, на выдохе подзакручиваемся. Середина. Левое на правое колено, правое на твердые пальцы. На вдохе потянуться вверх, на выдохе подзакручиваемся. Середина. Обе ноги вперед, ноги на ширине таза. Ладошки вокруг ягодиц упираются в пол. Носки вперед, таз вверх, грудь расправляем. Дышим, держим.
Посмотреть вперед, руки немножко согнуть и потянуться поясницей вниз, а ягодицей вверх, а одним локтем к другому. Держим. Таз на весу, ноги прямые и правая нога вверх. Левый носок на себя, помнишь? Вниз. Левая нога вверх. Ступня. Правая нога. И четко по линии плеча ее ставь. Да. Левая. Носки на себя. Захватиться сверху. До неполного выпрямления ног. Немножко ягодицы назад, пятки вперед. Теперь мы несколько раз наползаем ребрами на бедра. Выдох вперед, вдох назад. Ноги выпрямить, качнуться, ягодицы из-под себя выдвинуть. И потихонечку тянемся по ногам вперед-вниз. Вдох межбровье, выдох внимание туда, где тянется сильнее всего. Десять. Двадцать. Тридцать. Сорок. Пятьдесят. За ноги спину потянуть назад. Раз. Ладони под колени, головой от колени в живот. Два. Поднырнули вверх, плечи вверх на зад. Таз немножко вперед. Левую ногу ближе к телу, правая нога перед левой. Руки. Правая сверху левой. Мизинцы цепляются друг за друга. Указательные пальцы цепляются. Кончики больших и средних замыкаются. Безымянные свободны. Это положение возле груди. Немножечко плечами повращать, добиваясь расслабления плечей. На вдохе мы чувствуем пальцевое замыкание. На выдохе организм. Настраиваемся на то, что когда глаза откроем и руки расцепим, сознание будет чистое и ясное. Голова светлая и легкая. В теле прилив жизненных сил и бодрости. Настроение прекрасное. Самочувствие великолепное, в теле прилив жизненных сил и бодрости. Это хорошо, это правильно, это приятно. Улыбнулись, глаза открыли, ладони вместе. Ну и потихонечку вниз.